Всем привет, други мои. Заходим, определяем географию, представляемся, здороваемся, начинаем беседу. Беседа сегодня преимущественно для адептов боевых искусств, но не только, потому что, что ни говори, но в жизни каждого человека, особенно мужчины, возникает такая ситуация, или возникала уж точно в детстве, а может и возникнуть, когда единственным способом решения конфликта является прямое физическое противостояние с агрессором. То есть когда надо поставить на место взорвавшегося хулигана и заставить его проглотить зубы. Шучу. А может быть и нет. Вот. И вот в этой ситуации, вернее, не в этой ситуации, а на пути к этой самой ситуации возникает вопрос, лучше бы она, конечно, никогда не возникла, да? Но возникает вопрос, что лучше поможет, что будет работать эффективней, что важнее и что нужнее, скорость или сила? Это на самом деле очень глубокий вопрос, чрезвычайно объемный, сложный по ряду критериев. Потому что если мы говорим об одиночной технике, вот один единственный есть удар, там, экинхисацию, да, вот, ну, в самом уже заложено, в самой теме, что экинхисацию одним ударом наповал. И если удар сам по себе не обладает необходимыми свойствами, чтобы наповал, какой бы быстрый он ни был, никак это не сработает. С другой стороны, человек это не однородная такая субстанция. И в иные части тела попадание может быть и не сильным для того, чтобы лишить противника способности к сопротивлению. Удар в горло, удар в пах, тычок в глаза, четкий удар в подбородок при должной степени точности вполне себе результативный, даже если у него силы большой нет. И вроде бы здесь бы как бы скорость сыграла бы решающее значение, чтобы это сделать максимально быстро, чтобы у противника была минимальная возможность среагировать и защититься. Но давайте вот я попробую сейчас осветить эту тему с разных сторон, потому что об одиночной технике говорить довольно сложно. Одиночная техника, она может быть эффективной, очень. Но это в той ситуации, если вы эту технику реально до противника донесете. А одиночным ударом в открытом противостоянии, то есть если противник абсолютно к этому готов, одиночным ударом попасть практически невозможно. На улице, в схватке бытовой какой-то. Особенно если человек подготовлен. Если он не подготовлен, тогда, конечно. Опять же, я говорю про ситуацию, когда оба стоят уже в стойке боевой, оба понимают, что драка началась, идет абсолютно прямое противостояние, то есть агрессия, все. Оба готовы к тому, что сейчас будет удар, вот, что кто-то нанесет удар. Мой опыт тренировок и уличных драк, и всякие прочие там соревновательные, говорит о том, что одиночной техникой попасть невозможно практически. Будь она очень быстрая или очень сильная, если противник мало-мальски чайник, то он обязательно каким-то образом отреагирует. Он сделает нырок, укол, плечо, просто откинет голову. Ну, то есть, даже если вы удар свой до места донесете, да, даже если удар будет очень быстрый, и вы все-таки его зацепите противника, то вместо того, чтобы повергнуть его в нокаут, вы... Но результативного эффекта, прям конкретного, не получится. Это почти наверняка. Вот. И здесь ни сила, ни скорость и задачи. То есть, если удар будет очень быстрый, то, скорее всего, вы его зацепите сильным ударом, очень мощным, то урон будет несколько выше, и у вас будет больше противника. То есть, мы понимаем, что ситуация назревает какая-то конфликтная, что реально сейчас
будет драка. И поэтому не надо давать противнику там ход белыми фигурами, чтобы он делал свой первый шаг. Удар надо носить первому. Что называется, карате не сентенаси, карате ва сентенари. В карате не нападают первым, но в карате бьют первыми. Но нападение – это любая агрессия противника, когда вы понимаете, что прямое физическое противостояние окажется неизбежным. Вот, здесь можно уже бить и самое смело. И вот здесь, конечно, удар сокрушительный, он, конечно, возымеет успех намного больше. Если вы донесете ударную поверхность до мишени, попадете на ту дистанцию, на которой вы рассчитывали, то, разумеется, мощнейший удар будет намного эффективней. Я очень люблю сравнивать ударную технику с работой стрелкового оружия, но только не стрельного. Очень хорошее сравнение. То есть удар – это выстрел. И тогда все становится на свои места. Если у вас есть даже не малокалиберный пистолет, а пневматический пистолет, стреляющий одиночными патронами, то есть одиночный выстрел делающий, и есть кольт 45-го калибра, вы, конечно, прекрасно понимаете, что какой бы скоростной выстрел не был произведен из пневматического пистолета, его результативность будет крайне низкой, но если вы только не попадете противнику точно в глаз, условно говоря. Что при большой скорости вскидывания наружу очень маловероятно. Это если у вас время выцеливаться есть, вы прицеливаетесь, как в тире, вот тогда, может быть, да. Но здесь все скоротечно. То есть это тактическая стрельба, но у вас один единственный выстрел. В такой ситуации, конечно, выстрел из кольта 45-го калибра возымеет эффект намного больше по ряду причин. Ну, во-первых, если попадете, то вам, в принципе, все равно, куда вы попали. Абсолютно. Если попадете в руку, значит, оторвет руку. Попадете в ногу, значит, в ногу, в голову, ну, все понятно. То есть, короче говоря, получается так. Куда бы вы ни попали, противник теряет способность к сопротивлению. То есть, вы уже победили. Выстрел из пневматики, даже если вы очень быстро вскидываете оружие, он должен быть очень точно, как я уже сказал, прямо в глаз, что называется, что крайне маловероятно при высокой скорости техники. Если хотите проверить себя, вы можете сказать, ну, это ведь оружие, вот пальцем я в глаз ткну очень точно и очень быстро. Я вас уверяю, что вы очень серьезно заблуждаетесь. Подойдите к манекену, который называется Боб, да, или Герман, то есть который вот имитирует сам тело человека, и попробуйте быстро, мгновенно ткнуть ему там вилкой из пальцев в глаза. Или одним пальцем в глаз. Я вас уверяю, что из 10 раз вы прямо точно попадете, не больше 2-3 раз. То есть процент довольно низкий. Так это рукой. Понимаете? Ну, не пальцем, в глаз там. А если вы бьете кулаком в корпус, там пытаетесь попасть в солнышко, удар слабый, там попадание должно быть просто филигранно точнейшее. И если что-то пошло не так, то ваш удар будет абсолютно никакой. То есть он даже не соревновательный будет, а просто никакой. В таком случае мы будем иметь удар, который я называю как из говна пуля. То есть эффекта от него никакого не будет вообще. Вот. Второе преимущество выстрела из кольта 45-го калибра – это звук выстрела. Даже если вы не попали, а выстрел произошел, то противник будет в шоке. Если мимо него просвистит пудовый кулак, который он оценит, что если бы он его зацепил бы, то что бы произошло, это просто кошмар, у противника воля к сопротивлению существенно рухнет, что называется. Это серьезно, это проверено тоже на практике. То есть поэтому очень важно, например, когда вы работаете комбинаторно на улице и вы не попали, то на выходе превентивно нужно всегда сделать мощный хук боковой, на выходе левый, например, да, или выбросить быстрый, хороший, сильный джеб, но лучше хук, он
впечатление больше производит. У него будет два преимущества, то есть две вещи вам даст. Первое, это если противник сразу после вашей нотатаки, значит, уйдя от нее, тут же попытается контратаковать, то вы собьете этим хуком его нотатаку, которая будет идти вам в голову. Второй момент, вы, разрывая дистанцию, занимаете пространство. Если он в этот момент попытается сунуться туда, то он либо налетит на ваш удар, либо просто заметит ваш удар и нот остановится. То есть не сможет развить атаку, а вы разорвете спокойно дистанцию. Вот. Поэтому все равно выбрасывать такую технику надо. Но это несколько другая тема, мы об этом отдельно поговорим как-нибудь. Вот. Ну, понятно, значит, одиночная техника, особенно ну, из-под тяжка, она лучше, конечно, если она будет сильная. К тому же, понимаете, не надо рассматривать сам ситуацию таким образом, что сильный удар, он во времени там в разы длиннее, чем быстрый удар. В разы. Нет, ничего подобного. Может быть, на несколько сотых долей секунды. Да. Но не более того, да? Поэтому это не просто какой-то тормозной толчок или что-то еще. И, кстати, важный момент. Точность при более медленной технике, она на порядок выше. Вы прекрасно понимаете, что если вам нужно сделать какое-то точное действие, вы его делаете более медленно. Потому что в этой ситуации у вас более тонкий мышечный контроль. И вы можете синхронизировать межмышечную координацию, внутримышечную координацию и совершить какое-то тонкое действие. Вы посмотрите, как работает сам часовщик. Он же не рывками работает, прям раз-раз-раз, там дернул что-то. Нет, он спокойно, плавно, потому что там мелкие детали. Ему нужно очень точно действовать. Вот. Поэтому и здесь вы тоже сможете здесь воздействовать более точно. Я сейчас, ребят, не буду говорить про соревнования. Я говорю про реальный, мощный, контактный поединок, про уличные противостояния. И переходим мы теперь плавно к комбинаторной технике. То есть, когда речь заходит либо о размене, значит, ударами, на обмене мощным, либо там атакующей или контратакующей какой-то связки. И вот здесь большую роль гораздо, если вы, предположим, работаете с опытным оппонентом, который не идет в рубку, а вам, в принципе, на улице приходится практически боксировать, да? То есть вести поединок, самки тактически правильно построены. Скорость в комбинаторной в работе, при правильно построенной комбинаторной самки работе, имеет значение, конечно, может быть, даже большое, но не... самые приоритетные. Там гораздо важнее правильное построение связки с точки зрения разматывания противника по уровням, для того, чтобы он как-то раскрылся во время вашей комбинаторики, подставил нужную часть тела под удар, то есть защищаясь от одного приема вашего, открыл другое место. И в этом плане вам даже на руку работать не очень быстро. Почему? Потому что если вы будете наносить удар чрезвычайно быстро, он не поймет в кавычках, как ему защищаться. А вам надо, чтобы он понял. Вы хотите, чтобы противник отреагировал на удар в пах или на имитацию удара в пах, и сдернул руки вниз и тем самым вам подставил голову под удар. Так покажите это мощным движением, но не чрезвычайно резким, иначе он не среагирует на него, успеет. А чтобы успел, надо делать адекватно, чтобы у него было понятие, что ему надо защищать пах. И вы дальше уже поведете комбинаторику в голову два там удара и так далее. Будете разматывать комбинацию. То есть здесь уже важнее правильное построение комбинации и текучесть, да, движения, правильное построение ритма, тайминг и так далее. Вот. И скорость здесь не так важна, а вот сила вот уже, она действительно важна здесь будет. Потому что когда вы работаете связку комбинационную, то очень часто в комбинации, особенно когда работают комбинацию чрезвычайно быстро пытаются, да, сработать, акцент всегда идет на какой-то последний, скажем так, удар. Всегда. На последний, как правило, на завершающую технику. И случается такое, что начиная комбинацию или продолжая из 3-4 ударов,
вы попадаете не последним ударом, который планировали нанести максимально сильно, да, а либо первым, либо третьим, либо там вторым, а он у вас совершенно не сокрушительный, он просто скоростной, чисто тактического плана. И вы вроде противника попали, и это было единственное попадание за весь бой, что называется. И ничего ему не сделали. Может быть, только синяк поставили под глазом. А вот если все техники мощные, удар хорошо поставлены, то любая техника, которой вы зацепили противника, должна наносить урон ему. Причем урон довольно-таки существенный. Потому что если вы зацепили противника и нанесли ему существенный урон, то вы дальше можете развивать свою технику достаточно легко, потому что он будет, как ошарашен, он будет под впечатлением того, значит, удара, который пропустил. Вот. И это даст вам время для того, чтобы действовать эффективно дальше. Ну вот, важен дриблинг, тайминг, как я сказал уже, правильное построение связки, текучесть движений. И тогда, выдавая такую комбинацию, вы просто размотаете противника под ту ситуацию, которую надо. Я еще раз говорю, что мы говорим не про боксерский поединок в ринге. Нет, это реальный бой на улице, что называется. Вот так вот. Это реальный поединок в ринге. Вот. Не в ринге, на улице. Вот. Ну, а если дело дошло до размена над ударами, а такое тоже бывает, да, и зависит это не от того, что там перехлестнулись там два чайника, или просто противник хочет сильно порубиться с вами, да, там готов идти два банка. Просто бывают такие ситуации, когда применить качественно какую-то тактическую схему невозможно, из-за того, что есть ограничения пространства. Это, предположим, лестничная клетка, это, предположим, лифт. Там нету места для маневра, для перемещения. И если там драка началась, то все решает обмен ударами. И вот огневая мощь здесь становится на первое место. Абсолютно. Понимаете, вы противнику наносите удары, он наносит удары вам. То есть это прямой размен. В лифте, да? И у кого здесь удары мощнее, тот, конечно, будет иметь стратегическое преимущество. Почему? Это же понятно, почему. Предположим, в каждом вашем ударе по 300 килограмм, по 400. А оппонента вашего, пусть он наносит удары даже и быстрее, всего по 50, по 100. То есть это кроличий бой такой. Он вам наносит 5 ударов, вы ему наносите 3. Вы за эти 3 ему занесли тонну, а он вам за свои 5 занес 250 килограмм. То есть, понимаете, сокрушительные действия накажете на него вы, а он вам ущерба практически никакого не причинит. Вот это вот очень важный момент, это важно понимать. То есть, огневая мощь, это плотность огня при адекватной мощи, огневой, она дает вам большую поражающую способность. Вот это важно. И для размена, конечно, это имеет стратегическое значение. Стратегически важное. А ситуации такие бывают часто. Это также бывает тогда, когда противник захватил вас, да? И там одной рукой, например, и наносит удары вам. У вас тоже ограничено, и сразу пространство для маневра становится. Вот. Это может быть ситуация, когда вы противодействуете ряду противников, которые вас в кольцо зажали и практически забивают, в угол зажали, и 3 человека пытаются метелить вас. И, конечно, вы обязательно понесете здесь ущерб, это 100%. То есть по вам будут обязательно попадать, и вы будете попадать. Но здесь очень важно, чтобы то, что попадаете вы, было намного мощнее, чем то, что долетает до вас. У меня в жизни было пара ситуаций, как раз именно такого плана, когда мне приходилось подраться против 2 или 3 человек.
всегда был ущерб для меня. Вот понимаете, одна единственная у меня в жизни была, одна единственная только ситуация, единственная вообще, когда три человека пытались атаковать меня, и мне получилось с ними разобраться настолько, ну, красиво, что я даже не запачкался ничуть, и все произошло буквально в течение 5 секунд, наверное, и на каждого я потратил по одному лишь удару. Вот. Но это была единственная ситуация за всю жизнь. Обычно, когда мне доводилось подраться с более чем одним своим противником, всегда был ущерб. То есть, либо мне разбивали нос, либо губы, или фонарь ставили, там, да, то куда-то попадали там, больно, там, ногой по колену, или еще, всегда. Практически всегда какой-то был ущерб. Серьезный или минимальный. И здесь выручало что? Что, несмотря на то, что противники попадали, они попадали слабее, чем попадал им я. И это позволяло мне выйти из этого поединка, это не поединок, из этой драки, победителем. То есть, отмахаться, по крайней мере, чтобы не запинали до поноса кровавого. Вот это единственное, что помогало. То есть, предположим, оппоненты мне нанесли каждый по одному удару. То есть, два раза попали по мне, а я каждому попал по одному лишь только разу. Но каждый мой удар был настолько сильный, что потряс их так, что они не продолжили поединок дальше. 60 километров в час. Опа. Нифига себе. Пробка. И вот это реально работало. Да, что ж это такое? Вот. И вот такая манера, она, конечно, позволяет, то есть не манера, а хорошо поставленный мощный прием, он, в общем-то, позволяет действовать эффективно. Поэтому, если говорить уж честно, вы не занимаетесь профессионально спортом, где требуются огромные скорости показатели, то есть вы не занимаетесь карате, ВКФ, например, там, да, вот, не деретесь по этим самым правилам, где скорость решает, наверное, практически все, особенно учитывая то, что там не требуется мощный контакт, сильный, хотя он там и бывает, безусловно, но он, в принципе, не требуется. Если вы не занимаетесь любительским боксом, где скорость тоже очень важна, потому что раундов мало, очков надо набрать много, вот, то я, конечно, да, и если вы вообще занимаетесь, скажем так, ударной бойцовской подготовкой, для себя больше, без цели выступать на соревнованиях, то, конечно, на начальном этапе, особенно, нужно отдать преимущество силовой подготовке. Силовой, который я, имеется в виду силовой подготовке, ставить максимально сильный удар. Не скорость максимальную ставить, да, это большую, она придет. Надо ставить максимально сильный удар. Дело вот еще в чем. Что если человек начинает ставить максимальную скорость удара сразу, то скорость – это всегда враг техники. Я уже рассказал, почему. Потому что если сразу начинает работать очень быстро, то сложны координационные действия, и внутри межмышечная координация не срабатывает правильно. И вы научитесь доносить до мишени ударную поверхность очень быстро, но не в такой правильной конструкции, не в такой контракции, не в том тайминге, чтобы это давало максимально разрушающие действия. Вот в этом вся беда. То есть для того, чтобы зарабатывать очки, вы научитесь очень быстро действовать. Но силы не будет. Если вы потом на эту технику попробуете силу наложить, нифига не получится у вас. Потому что для того, чтобы добиться максимальной силы, понадобятся другие траектории. И немножко другой тайминг работы. Вообще по-другому тело работать должно. И вот все, ничего не получится. И совершенная картина выглядит наоборот. Если вы технически правильно поставите мощный прием, то нарастить потом силу без потери, то есть нарастить потом скорость без потери силы будет намного проще. Вот это вот очень важный момент, понимаете? То есть положить
на неправильную скорость силу потом очень трудно, чем на правильный сильный, даже на правильную скорость очень трудно силу наложить. То есть на правильный технически скоростной прием силу наложить самки тяжелее, чем на правильную силу скорость положить потом. Это точно совершенно. Вот. Ну и, конечно, завершая это видео, я хочу сказать, что нельзя вот так вот разделять два понятия, да, что лучше. Это уж я так провокационно вынес эту тему, что лучше, вот, сила или скорость. По определенным параметрам, да, сила где-то лучше. В спорте где-то скорость лучше, да, ну, преимущественно. На самом деле лучше, когда есть и то, и другое. Это все понятно. Но если разбивать по фазам подготовки, именно вот с чего начинать, то надо начинать всегда с филигранно правильной самой техники. Это раз. Второе, на эту филигранно правильную технику должна лечь сила и мощь. И только потом на эту филигранную технику, сопровождаемую силой и мощью, должна уже дальше лечь скорость. Вот таким вот образом это будет правильная комплексная подготовка. Реальная, правильная. Вот так вот. Ну и на этом я закончу. Буду рад, если вы напишите свои отзывы. Буду рад ответить на вопросы, если они будут. Где-то поспорить, почитать ваше мнение. Но с удовольствием. И обязательно подписывайтесь на мои каналы на YouTube. Кстати, это видео выйдет в записи на YouTube. Обязательно. На Live Channel. То есть у меня два канала вот основных. Это Шилов М. Или это Михаил Шилов, он так еще называется канал. И есть Михаил Шилов Live Channel канал. Вот. Можете там это видео посмотреть. Обязательно подписывайтесь на моих, вернее, в моих социальных сетях на сообщество «Боевые искусства». Там тоже очень много бывает информации полезной, интересной, вам понравится. Все, друзья, всем пока. А, да, и посещайте мои обязательно ресурсы. Будоблог.ру, Будошин.ру, Макивара.ру, Докторшилов.ком, Корректура.ру. До встречи!